сегодня, в этот воскресный, светлый, морозный день. Всем вам, дорогие, кто собрался сегодня под сводами Божьих храмов, и те, кто не смог прийти сегодня, но молится в этот день дома по причине, может быть, болезни, может быть, невозможности прийти в Божий храм, мне хотелось бы напомнить об этом чудном свете. Потому что свет этот – сам Христос. Люди, которые сидели во тьме и тени смертной, это люди, которые не видят и не чувствуют, и не верят в свет. Ну, кто-то скажет, ну, кто ж свет-то не признает, кто его не любит. Но Евангелие открывает нам глубокий смысл понятия света. Сам Христос говорит, я свет мира. И кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме. Вот ответ на этот очень важный жизненный вопрос. Всякий человек, кто не верит в свет и не верит в Христа, воскресшего и победившего смерть, он еще ходит во тьме и находится в тени смерти. Это еще не смерть, это ее тень, но он уже в ней. А человек, который просветил свое сердце, свою душу светом Евангелия, светом любви ко Христу, светом воскресения, тот человек чувствует, как в его душе свет воссиял, великий, потому что этот свет Христос, который указывает человеку такому путь жизни. И даже когда ему вокруг кажется, все погибает, все погружается во тьму, он видит свой путь, потому что его путь – Христос. Его истина – это Христос. Его жизнь – это Христос, потому что он сам о себе сказал, «Я есть и путь, и истина, и жизнь. Идите моей дорогой, и вы никогда не будете ходить во тьме». Тьма – это отсутствие света. Тьма – это когда, особенно когда дети говорят, это когда темно, это когда я боюсь, это когда никто не может оказаться рядом, потому что если темно, и меня найти не могут. Вот тьма – это место холода, отсутствие света и всякого взаимного доброго дела. Вот тот не будет ходить во тьме, кто увидел свет великий, свет Христов, который просвещает всех. И случайно церковь напоминает, свет Христов просвещает всех, кто только захочет увидеть этот свет. Древний Израиль, евреи, иудеи, которые ходили по пустыне, они поддерживали в скинии постоянно горящий огонь. Это был завет с евреями, и они распространяли этот огонь, этот свет огня, только в пределах своих национальных интересов, только своего народа. Но свет Христов просвещает все народы, всех людей, всех национальностей. Вот поэтому народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И всякий, кто увидел этот свет, идет к нему и уже не желает оказаться в темном царстве, в темном государстве. Даже наши былинные сказки об этом говорят, это царство голода, царство темных сил зла. Вот потому, не желая оказаться во тьме, человек стремится к свету. Есть такая очень интересная притча. Однажды солнце обратилось к человеку с вопросом, скажи, что такое тьма? Человек подумал и сказал, я знаю одну глубокую пещеру, где очень темно, где очень холодно, где очень одиноко. А можешь ли ты мне показать эту самую темную и страшную пещеру? Спросило солнце. Да, конечно. Пойдем, я покажу тебе. И солнышко проследовало в сердце человека. Он стал опускаться все ниже, а солнышко с ним еще ниже. Снова опускается вниз и вниз. И солнце, сопровождая человека, задавало всякий раз вопрос, так где же твоя тьма? И человек сказал, когда ты рядом, нет никакой тьмы. Это простая притча, пусть будет для всех нас урок.
когда с нами Христос, вокруг нас не может быть тьмы. Вокруг нас всегда свет. Во свете Твоем узрим свет, потому что Ты, Господь наш Иисус Христос, которого мы исповедуем в символе веры. Света от света, Бога истина от Бога истина. И есть свет и сияние Отче. Вот потому, дорогие, мне хотелось бы поздравить всех вас сегодня, тех, кто пришел к свету, кто насладился светом божественной любви и божественной Евхаристии. Тот, кто свет принял себя сегодня, приняв святое причастие. Потому что всякий раз, когда мы причащаемся, запомните, мы наполняем свою душу и сердце светом, который не угасает, если мы бережно храним его. Если только мы сами не удаляемся от того солнышка, от того солнца, которого мы и называем солнце правды, Христос Бог наш. И стоит только нам уклониться от этого солнца, закрыться от него, спрятаться, мы погружаемся во тьму. Будь во свете, и солнце правды, Христос, всегда будет с тобой.